Открывать или закрывать те или иные коридоры на территории Армении – это суверенное право самой Армении, а не политического руководства Азербайджана. Об этом в интервью ТВ-газета заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Азербайджану, как считает российский политик, здесь нечего делать. Азербайджан зря думает, что поддержка Турции снимает с него все вопросы. В регионе очень много разных сил, очень много различных обстоятельств может возникнуть. Будущее во всей своей полноте нам неизвестно. Поэтому не думайте, что дело закончилось сегодняшним днем. Как говорил Фрэнсис Фукуяма, это конец истории. Так вот, это не конец истории. В России много людей, которые думают в точности как я. Эти люди носят не только армянские, но и вполне себе русские фамилии. Они прекрасно понимают, что происходит, и что совершается ныне.